Сегодня у нас невероятная коллаборация мятного кита и Верин. Звезда у нас просто. 1 час съемки с 4 детьми. Может быть, была не очень хорошая идея. А, ну да. А вот их конфеты, которые соединились вместе с тортом. Как леди, да. Как леди, Люба. Соня тоже пьет. Дети бьют торт. Идеальная съемка, после которой все идут с коробками. На лекцию по искусству после автобуса это очень тяжело. Пришла в диалоге проводить консультацию. Мой любимый Лео Глеб. Лео Глеб здесь. И Фабру передали подарочек. Вот у человека новый блокнот в честь консультации, в честь новой жизни после нее. Это платное интервью, рекламная интеграция с вами в моем блоге. Купите у меня что-нибудь за $500. А что, например? Мою личную личное? Консультацию. А в каком вообще? В ресторанах, конечно. В ресторанах? Вы разбираетесь? Помогу вам открыть ресторан, закрыть ресторан, потому что надо, у кого есть запрос. Как был придуман десерт Павлова? Знаете историю этого десерта? Смотрите, вообще мы придумали сначала Павлову с ягодами, со свежими, но свежие ягоды — это очень дорого зимой. Мы нашли самый дешевый ингредиент, который есть, и добавили. И сделали их очень дорогими. Спасибо. А что такой модный? В монохроме весь, посмотрите. Ой, весь, ну мы тоже как бы не на дороге валялись. Здравствуйте, Ксения, что изменилось за то время, пока мы с вами не виделись? Во-первых, что-то незаметно, что? Маникюр. Свежий маникюр, да. Во-вторых, да. Блеск в моих глазах. Это что, температура? Можно я так сказать? А вот, посмотрите, две Натальи просто. Одна бизнес-вуменша, вторая помогает бизнесу, вторая тоже бизнес-вуменша. И все мы идем на Асти. Это обзор, что в сумке у Ксении. Первая была эта сумка для понтов, у нее внутри там. И две косметички, две расчески, подсветка. Все по два. О, подсветка, вы, конечно, стали краше. Мой курс по искусству проходит не бесследно. Я вижу работы белорусских скульпторов, этот от Ольги Орсик. Классно видеть, как это слепки, из которых делается эта работа, и видеть готовую работу в жизни. Раз, два, три. Теперь объемный по твоей жизни. Концерт, вы ждали его целый год. Что вам сказать? Ну, до сих пор следующий ждет завтра. Просто такая приятная музыка, атмосфера флейтисты вот эти, да, скрипка, как вот душевно. Филармония, да, вам понравилось? Филармония замечательная, клавишники, прекрасно. Вокалистка неплохая, такая, вот, знаете, костюм у нее очень такой, как я люблю, консервативный такой, вы знаете, вот. Ну, целомудренный. Да, спасибо, благодарим вас, Наталья, за этот невероятнейший подарок. Лучшая ученица просто. Отдых нам оплатила. На Асти, да, все смогла. Ну, молодец, молодец. Если у вас нет денег, обращайте. Не приходите на наставничество. Вот именно что. Согласна? Не то. О, вот это. Заработал 50 рублей. Ого, молодец. Я тобой горжусь. Даже считать не надо. Планирую добавить в свое расписание дня время, когда можно погладить Гарри. Пулька ты. Мне кажется, у меня за этим местом просто это рабочее мое место. Тут все либо грустят, либо радуются, рассказывают про свою жизнь и исправляют шапку профиля. Приятно всегда уходить с консультации, как Алла Пугачёва. Расскажи, что это такое? Это ты... А где ее взял? Это ты кому купил ее? Дедушке.
А за какие деньги ты купил? На съемки заработал. Дедушке на подарок потратил свои деньги? Молодец. Привет. Ну что там у тебя? А что это ты? Сколько из какой-то приехал? Здравствуйте, из Гомеля. Несу шоколадку Алена и вижу, что она пишет мне «бляха», потому что она опоздала. Это, кстати, самая популярная шоколадка, которую привозят из Нидерланд. Вот и Алена в моем влоге. Здравствуйте. Приятно оказаться на Ютубе. Все такое диетическое. Вот мы зашли в мятный кит. Естественно, мы не могли сюда не зайти. В Гомеле тоже есть мятный кит. Дальше мы перейдем себе. Привет, это проверка скрытая. Сейчас мы знаем, как работают твои продавцы. Девушки сейчас будут покупать что-то. Какой самый вкусный вкус в мятном ките? Все очень вкусно, а самое приятное, самое вкусное приходить в магазины тех, кто тебе обращается за помощью. На самом деле самые вкусные вот эти вот бананы, сказала Лиза. Да, да. Тебе никогда не похудеть, Клера. Не знаете, откуда я знаю, но я вам рекомендую покупать вот такие жевательные конфеты для мяточки. Нет лучшего места, чем магазин Сенсей, чтобы купить одежду для ребенка, которую носит каждый день. А еще здесь много всяких вещей для дома по таким смешным ценам, что не украсить дом уже стыдно. Даже есть постельное белье теперь детское красивое. Ты хочешь лететь с семьи на себя, от тебя не уходит. Наше пополнение. Весть о том, что у меня появился YouTube-канал, застала меня в воскресенье вечером в зале. Я вот так вот телевизор радовалась, сейчас жду, пока там все перезагрузят и настроят. Если с вами что-то было фудблогером, то в Зерно есть обеды с 12 до 4 за 18 рублей. Сейчас покажу, что за 18 рублей подают. Можно выбрать английский или фирменный завтрак, или панкейки. И к нему суп дня. 18. Сейчас произойдет что-то невероятное для моего ребенка. Я успела прийти на перерыв между занятиями в модельной школе. Хорошая мать. Как дела? 10. Смотри. 10 с плюсом? Да. Я стараюсь. Недостаточно мне активности по искусству на своем курсе коллекционера. Я пришла на необычное мероприятие. Совершенно потрясающее мероприятие, которое проходит в Бриош. Это коллаборация Бриош и факультатива. Факультатив – это то место, куда я хожу на лекции по искусству. И вот они вместе совместили и сделали такой проект «Арт-ужины», где можно узнать про одного из художников, либо какого-то представителя искусства, и вкусно поесть и выпить вина. Получается, что так. Приятно, когда такой снежок идет, если тебе нужно только одну минуту пройтись по улице в кафешку. Иду на консультацию, проводить консультацию для Любы. Если честно, сама Алю побаиваюсь, потому что Люба такой психотерапевт. Чем я могу помочь, непонятно. Здравствуйте, Люба. Здравствуйте. Я только что снимала подводку о том, как мне страшно к вам идти. До свидания. Я хожу в тренажерный зал, занимаюсь тренером, мои занятия всегда начинаются в 9 утра, а просыпаюсь, точнее, встаю с кровати не раньше, чем без 15, без 10-9, потому что мне очень-очень лень. Но каждый раз, когда заканчивается занятие, потом еще я на дорожке хожу час или больше, потом еще могу покачать пресс, и каждый раз я так благодарна себе, что сделала этот шаг. И я часто рассуждаю, почему в каких-то других вещах я не могу делать так же, что-то почти дисциплинированное. Такая у вас чудесная компания. Рома, я тебя люблю. Вот говорят, будьте оптимистом и все такое. Вот я вроде бы оптимист. А волосы после стресса все равно выпали. Еду в Умблум делать процедуру, которая позволяет восстановить потерянные волосы. Вот неизвестная личность
личность появляется во влоге. Очень известная личность, между прочим, в медицине, поэтому не надо. Ирина владелица. Прямо сейчас корона голову сожмете. Вот, инфлюма. И говорит, что сейчас вот как обколят меня, да. И волосы будем как заколосятся опять. И побегу. Сейчас будем проводить процедуру мезотерапии волосистой части головы препаратом XFK, который в состав входит комплекс поливитаминов, в том числе комплекс витамина В. Также входит в состав кислоты, гиалуроновая кислота. Поэтому ваши волосы мы сделаем объемные, красивые. Невероятные. Девочка Мороз принес. Хороший Дед Мороз какой. Для очень хорошей девочки. Расскажи, ты чем хорош? Стучку. Чем ты хорош? Да, спасибо, мы знаем, очень хорошая. Не нервничайте, не стрессуйте, не теряйте свои волосы. После, я могу сказать, после процедуры. Гарри, ты собираешься лапами, хотите или нет? Гарри, идем. Такие вот вечерние прогулки. Нет. Новый паровой. Новый год, новый паровой. Мяу. Здравствуйте, мы маленькие любители музейных историй. Я вам не говорила, но у меня есть такой билет, который позволяет мне целый год без оплаты ходить в Национальный художественный музей. Гарик, это что ты? После стрижки какие-то проходят дополнительные занятия в Национальном художественном музее прямо по входам. Опять и снова она собирала чемодан. О, эти сборы Варшавы, если не случаться. Мои прекрасные, восхитительные туфли, у которых был только один выход, и как они испорчены. Не ходите никогда в кожаной подошве. По мокрому. В лофте, где раздают синий торт. Настроение реально улучшается, когда ты ходишь такой нарядный, примеряешь туфли. Если у вас плохое настроение, доставайте все самое красивое дома и наряжайтесь. Вообще, это должен быть сказ об этом чехле. Целый год этот чехол провисел на вешалке и ждал, наверное, своего часа, чтобы отправиться в путешествие. Гарри, Гарри, уговорись с чемоданом. Бегом, вылазь. Пока. Чехол начинает свое путешествие. Она ловит путешествие для него. Варшава на маршрутке, а не на автобусе. Ну, вообще, мне кажется, что мы достаточно быстро проходим границу без очереди. Все, кто хотя бы раз пересекал польскую границу, знают домики за моей спиной. В общем, мы достаточно быстро прошли границу. В этом еще и преимущество поездки на маршрутке, а не в автобусе, потому что меньше количество человек и, соответственно, меньше времени ожидания, пока у всех проверят документы, вещи и так далее. Могу рекомендовать. Вот, на таком Мерседесе ехала. Все, чехол оказался в Варшаве. К нему присоединен еще один чехол. Итого дорога заняла 12 часов. Не сказала бы я, что прям сильно устала, но хочется, как обычно, лечь спать. Спать. Но так не получится, потому что миллион планов. Дней в Варшаве очень мало, а хочется их провести очень насыщенно. Здравствуйте! Это просто VIP-доставка! То есть вы видели такую мать, когда я Ой, а что это за бренд такой? Какой-то очень, да, что-то широко известный в кругах, очень. Никогда, всю жизнь мечтала, вот. Конечно, видела я в лучших инстаграмах. Просто у вас нет этих конфет. Главное, что это не коммунарка, а Спартак, потому что Спартак находится в городе, да? У тебя такой прекрасный задник сзади вообще просто. Ну, а у нас лайв-контент как бы. Еще подарки? Офигеть. Что вы сказали? Посмотрите, какой у меня роскошный тревел-набор. А он просто, Гарик тоже хочет такой. Ну, а теперь принимаем технику чистки зубов у Лизы, которая уже подписана на меня давно. И сейчас мы посмотрим, как она... Подписана на одного блогера.
Она там говорит, что нужно чистить очень тщательно зубы. Ни в коем случае не вот так, да, а вот так. Выметающими движениями. Пульсирующими. Какое сочетание цвета просто. Это как будто специально для влога подобрали. Пульсирующие это как? Держим как ручку, пишущее перо. А я пишу четырьмя пальцами, кстати, дорогие подписчики. Узнали? А мои чистить зубы. Куди? Чудесный, расчудесный дворик. В Минске я хожу в Кичен, в Варшаве. Я тоже хожу в Кичен и всем очень сильно рекомендую. А еще сегодня отдала свой маникюр подруге, поменяла на педикюр, уже так и пропускали, что 40 минут, возможно, мы будем и без этого, и без того. Простите, пожалуйста, нас люди дорогие. Не пошла. Для кого рамка стоит? Ни в одну рамку. Какие рамки, понимаешь? Ой, это что, Таймс-сквер? Что на купюброме, наконец-то? Где на заправке? В Париже я купила его на вокзале, а здесь я куплю просто в продуктовом магазине. И что мне сделать? Ничего. Это что, какой-то намек? Это какой-то месседж? Нет, случайно увидела. Самое клевое вот это вот, смотрите, обратите внимание, это мемори с флагами разных стран. 16 денег всего лишь. Поскольку человек увлекается сейчас географией. Самый лучший блокнот, который есть на вообще какой? Везде. Найди, попробуй. Где-то бьется. Как ты догадалась? Фиолетовое что-то. Вот, смотри, фиолетовое. И пробьется. Понимаешь, представляешь, как они угадали вообще? Ты же понимаешь, если это попадет в блог, то мы станем популярными. Какая икра должна быть? Покажите нам всем. Вот такая вот икра. Купленная в Минске на Комаровском рынке. Папой любовно переданная. Рекомендуете, да? Лучше. Отдай. Это мой носок. Отдай. Доброе утро, Варшава. День второй. Я все смотрю на эту книжку. Это, кстати, Скоробогата, одна из самых дорогих современных художниц Беларуси. У нее в стиле реализм все работы, которые стоят очень дорого. А это я тоже была на лекции и изучала про эти полотна, диваны. Интересно. Срочно произошла замена на просто невероятные вилки с ножом. Где такие купить, узнаете в блоге Ирины Скибенко. Когда будет твой блог. Какую красоту сделала Олеся? Твои родители сделали. Хотела только сказать, вначале природа, а родители, а потом Леся оформила все это. А важно сказать, что сейчас 12:20 дня. Да, эта лента сегодня пойдет мне на прическу. Что там? Да. Неплохо я собралась для встречи с Катей. Такие праздничные бантики. Я сама как главный праздник. Все разные очень мы. Ничего похожего нет в моем окружении. Совершенно. В Варшаве едят, конечно же, итальянскую кухню. Ну пойдемте же. И сейчас состоится просто событие года. Невероятнейшее. Где ты? Ой, ну как похоже. Мы в Ренессансе, а Ренессанс у нас. Вот, кстати, ты хорошо сказала. Катя, Раинская, привет! Лиза! Что? Лиза знает, что я женат. Я никому не скажу. Хорошо. Катя, бери срочно, быстро все, что надо. Медленное движение. Да, я оденусь красиво. Блин,
видела, что он 0,5, а вот так куда много симпатичнее. Видела, ты видела, какой зум у 15-го айфона? Вы что? Муа! Что? Ну что? Ну ты блогер, не пожалуйста. Гала-ужин к концу. Ну, я завершаю его, как обычно, как звезда. Спасибо и за это поздравляю. Тебе понравилось, Лиза? Да, мне очень понравилось. Честно? Что все мои близкие, ну не все, но близкие люди были рядом, и у меня же нету голоса даже. Подруга привезла. Ой, ну как приятно от любовницы получить привет из Тбилиси, когда тебе его еще подруга привезла. Ну, вообще... Домой. Поехали. Я тебя люблю. Все вместе. Я без тебя не могу. Уи, может Так, честно забранные цветы, надо было забрать больше. Что когда я уезжаю, у Иры всегда остаются практически после меня, как будто бы цветы. Соберу букет. Голоса нет вообще. Нужно было держать этот танцпол. Нужно было заводить этих людей. Потом мы с Катей и Германом писали просто за всех. Невероятно прекрасно провели время. Ну все, получилось целых два красивых букета. Прекрасное утро после вечеринки. Идеальные родители везут на открытый урок свою лапочку дочку. Пока-пока, хорошего денечка. Третий день в Варшаве. Я отправляюсь к ребятам, догонять их и завтракать вместе. У меня все время в руках появляется какой-нибудь ребенок в леопарде. Маша, у тебя такая красивая куртка. Очень красиво. В поисках еды. Злата захотела сюда. Потому что смотри, что-нибудь есть. А, вот и почему еще? Злата захотела сюда. Ой, как все вкусненько. Я хочу снежинку, мама. Такая классная витрина, аккуратная вообще, да. Она сейчас тоже такие в Минске уже делают. Ищем место для еды. Денис тоже, наверное, хочет поесть после модельной-то школы. Красивый такой, приятный район. Мы смотрим фильм, Ира делает тут ритуалик. Гарри рядом. Я даже подарю Роме ковер. Цельная невероятная передача из Тбилиси, которую привезла Миша Лютина от моей любовницы Влады. Самые вкусные дары, которые... Ой, это очень вкусная штука. Самые вкусные любимые мои вещи, которые я ела. А тебе все в чемодан не влезет. Главное, что тут есть любовная записка. Перевязана ленточкой Шанель. Надушена чем-то. Надушена тоже, наверное, Шанелями. Бей меня, твой пуховичок. Все вокруг в черном, в Грузии все ходят в черном, а я дома, а я одна в белом. Я буду по тебе скучать, ты такой колючий. Вот мы и уезжаем. Мы уезжаем, кто вы? Остаетесь. Гарри уже собрался, как видите. Все. Она уезжает, я остаюсь. Я за. Еще одно путешествие подошло к концу. Стою сейчас на заправке, откуда должна отправляться маршрутка. В Минск. Надеюсь, что путь будет не очень долгим. Посмотрим. Здесь было 1 час. 10 часов ехала из Варшавы.
8 утра. Вот так вот человек выглядит после маршрутки из Варшавы всегда. Спасибо за это прекрасному человеку. Надежда, мой компас земной. Вот это вот все. А вот и награда. Сейчас у нас состоится просто самая лучшая съемка на свете. После того, как я не спала. Ехала из Варшавы. Вот такие колготки красные случатся у меня, и вообще-то еще и розовые. А вот надо посмотреть на вот этот просто невероятно дизайнерский теперь костюм. Это вам не просто платье из Massimo Dutti, это теперь кастомизированное платье. Блин, как он, что хорошая фотография. Три. Каждую секунду понравится бант. Здравствуйте, девочка. Трудно, я спать пойду. Можно? Соскучился, да, да. Здравствуйте. Да, я теперь влогер. Нет, теперь я снимаю влог. Ни одно мероприятие по искусству не обходится без Ирины. Вообще ни одного. Как так возможно вообще? Долгий опыт. 10 лет. Спасибо. До свидания. Сегодня тайная вечеринка. Открытие тайного места. Как хорошо, что на эту вечеринку любезно была приглашена и я. У Любы, кроме парфюма, продаются очень классные книжки. Я вот рекомендую пойти в Гутенхайм почитать. Ваши комментарии перед открытием торжественно. Ничего непонятно, но очень интересно. Вы не бойтесь мечтать, и мечты имеют такое страшное свойство сбываться. Хочется насладиться моментом, как-то застыть в нем немножко, потому что... Хотя вы знаете, что я проводила мероприятие и уже встречала одновременно много красивых женщин в одном помещении, которые пришли меня послушать, да? Но чтобы одновременно все эти женщины каким-то образом... И мужчины, и мальчики, галерочка, и тоже были как-то связаны и участвовали со мной, моей жизнью, работой и так далее, это, конечно, безумно приятно. Лиза, но мне кажется, маловато. Можно еще чуть-чуть? Главное на любой вечеринке найти фотографа и подружку и сфотографироваться. Ой, красивая какая. Помогаешь застилать постель? Конечно. Поехали за елкой. Гарри идет за елкой. Страшновато сказать. Кто там? Дед Мороз уставший. Гарри трясущийся. Мы вроде бы в этом году купаем маленькую елку. Мы наряжаем елку. Ага, очень красивую. Очень красивую. Как все-таки пригождается коллаборация с Gold Apple, я в них храню игрушки. В этом году мы вешаем только стеклянные. Смотрим, что из этого выйдет и сколько их останется. Идем к мамочке, пойдем. Гарин первый выход в город. И сразу любимый цветочный магазин за украшениями для дома. Конфеты вообще жесть, говорит он. Жесть. Балдеж даешь. Новогодний лук просто такой вот. И лучший образ этого года уходящего, это вот этот образ. Привет! Привет! А тебя как зовут? Гарри. Ой, Гарри. Привет. Ой, дедушка, не могу. О, смотрите, что это письмо? Даже я не знаю. Я это знаю. Это Рома письмо, конечно. Твое? Это то, что твое. Ты хотел? Конечно. Супер! Так, еще у нас что? Сосиски! Это, вашему вниманию, будущий новый дом нашего кума.
которые живут в Логойске, вот в этом вот прекрасном доме, который вы все любите. Отойдите, Виталий, пожалуйста, происходит съемка. И однажды из этого небольшого дома, из контейнеров, вот так он вообще выглядит, вот так вот выглядит этот дом, построится уже большой. Наша рубрика по домам. Люди живут в сказке. Люди, которые говорят, что мы никогда не будем сажать огород, пожалуйста. Ландшафтный дизайн. Программисты, ландшафтные дизайнеры. Что вы хотите сказать на этот счет? Так как вы не ведете свой влог, мы ведем его за вас. Спасибо большое. Вам очень большое спасибо. Во-первых, здесь живут коты. Кирилл, расскажи, как твои дела? Хорошо. Что делаешь? Ты что там делаешь? Малышка. Ого, молодец. Какая красивая погода. Я еще когда-нибудь научусь камеру переворачивать хорошо. И звук писать хорошо, и чтобы это было без петлички. Ведь все влогеры снимают по-нормальному без петлички, потому что они хорошо разговаривают. Это одно вам дело научиться в сторис говорить, а другое во влоге. Вот, пожалуйста, у людей. То дом такой построили, то второй дом уже строят. И никакие вам инстаграмы и влоги не ведут. А могли бы уже разбогатеть, а могли бы уже... Ну, придется процент набрать и заниматься этим делом. Идем в тайное место. Это два мужика прицепили за мной. Это видеолог. У вас еще здесь не было. Извините, я выйду. У нас... Можно выйти? Финальная встреча в этом году. Ой, Мария, да. Вы попадете в блог за декабрь, блог. Очень классно. Дарочка, я стрижку сделала. Стрижку специально сделала. Для вашего блога. Так вот приходишь, тут все, значит все уже улыбайся. Хочется эксклюзивности всегда, уникальности хочется всегда, вот эти вот съемки, визажисты, да, чтобы были только... только твой был визажист твоим, ну, как бы, чтобы мы были разные. Это вот мое до. Что комментировать? Идеально просто. Думают, как снимать этот бокс. Вот, вот так. Только не загибайся на пальцы. Я тут амбассадор супербокса от Мишок, это вам тут не просто так. Вечеринка с тайным Сантой для Кати Герман. Это секрет тайного Санты. Секрет. Почему мой Санта не подписался? Ты не должен туда? Нет, можно было потом признаваться. Подарка тайны Санты. А ты мой тайный Санта. А я твой. Я думала признавать ему хороший. Подписывайтесь на канал. Ставьте сердечки. Лайки, подписки. Здоровайся со всеми, да, скажи привет. Привет всем, кто смотрит этот влог. Я Бет, тот конь, который единственный раз скинул Лизу с себя. Ну и сегодня, и не, надеюсь, не в следующем году никогда. Лучшее место, которое дарит положительные эмоции. Как всегда, все мое окружение, все мои подруги, мы так неповторимы, мы так уникальны всегда. Чем запомнится декабрь? Тем, что мы пропустили Ромина выступление в конце лагеря искусств. Ну, чтобы не знали. Чтобы как-то утешить себя, я иду в мастерскую другой художницы, которой мы вместе ходим на курс коллекционеров. Мы будем там делать рождественские веночки. Даже если он получается, может, чуть-чуть лохматый или неаккуратный, это можно уже по факту, когда мы его свяжем, поправить. Ой, ты как учительница сидишь с глобусом. Он мне очень по цвету, у меня еще платьечко училковское. Да. Котик в преддверии Нового года. Я вообще вот... Я он. Знакомая собака, отойди. Знакомая собака. И что мы сейчас будем делать? Можно там, смотри, кто под куполом. Все, хватит. Это шоколад. Запаковываю финальный подарок для Ромы.
в этом году. Надеюсь, он будет счастлив. В любом случае, будет счастлив. Потому что даже о таком он не мечтал. Мечтал, сказал вскользь. Ну, а мы исполняем желания. Ну, вот же это даже! Вот это да! С Новым годом! Теперь у меня есть новый планшет. Первое января. Ух ты! Боже, как хорошо готовит моя подруга. Вы только посмотрите, какой талант! Хороший дождь на прогулке. Горюша. Вот так. Вот так вот все было. И снегом еще. Вот так. Вот так. Вот да. Я, наверное, последний человек, который посмотрит про Гарри Маганфилд. Сегодня 5 января. Я ищу себя. И десятка. Какой Рома молодец, сам помылся, сам сушится, молодец. Кузя-кузяка, ты что, совсем? Холодно на улице вообще, собаку не выгонишь. Уже мы в январе живем, уже и старый Новый год пережили, а в Роме в декабре еще нет. Почему? Если бы я снимала влог за январь, то я бы сняла и Сашу. Здравствуйте! Здравствуйте! Как дела? Неплохо. Возможно, этот влог выйдет уже в апреле, как я и говорила. Когда грустно, нужно приходить на вокал. Думаете, это я на работу пошла, на завод? А я за искусство. У меня выездное занятие в моем клубе. Коллекционер. Мы ходим в мастерские художников, то сейчас вот на комбинат графический. Все то, что было на доске, потом нужно перенести на бумагу. Бумага специальная, она 100% хлопок, потому что это благодаря то, что качество структуры бумаги, она должна вытянуть эту краску. Получилось сегодня билетик на открытие Гриши. Это Гриша и новый бар. Покажите, пожалуйста. Вау! Вау! Вот это да!